По данным экспертов, более трети электротехнической продукции в России делают на самарском заводе «Электрощит». В ближайшее время предприятие должно значительно увеличить мощности. Год назад в Самаре приступили к строительству нового завода, где будут производить энергоэффективные и надежные трансформаторы сухой изоляции. Это один из ключевых проектов «Электрощита» и компании «Schneider Electric». Именно на Самару делают ставку французы. Здесь открыт и международный инжиниринговый центр, где разрабатывают проекты для России, стран СНГ и даже Африки. Уже в этом году на электрощите собираются внедрять технологии, которые позволят получить результат в импортозамещении. Продукт, который вы производите, это будет российский продукт. Schneider Electric, но произведенный на территории России. Есть сейчас все основания для того, чтобы более активно начать двигаться вперед. Мы заинтересованы крайне в трансформаторном заводе. Был как можно быстрее там построен. Что касается основной площадки, там тоже, видимо, придется какие-то вещи модернизировать. В планах работы самарского электрощита в направлении экспорта. Инвесторы планируют вложить в развитие производства 3 миллиарда рублей. Несмотря на санкции, все наши цели были сохранены. В 2016 году мы собираемся инвестировать в Россию около 4 миллиардов рублей. Из этих денег 3/4, то есть 3 миллиарда, мы собираемся выделить именно в развитие наших мощностей в Самарской области. У нас много амбиций по поводу самарской площадки. Мы хотим, чтобы самарский электрощит стал лучшей компанией группы Schneider Electric. Лучшей компании нужны и лучшие сотрудники, утверждают инвесторы. Новый завод – это около 500 рабочих мест, которые должны занять талантливые и грамотные специалисты. Тут как нельзя кстати усиление самарских вузов, с выпускниками которых планирует сотрудничать компания. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.